пожалуйста, вот о последних событиях по задержании Михаила Аксенова и Тимофея Филина. Что происходило и вообще цепочка событий? Ну, собственно, вчера вечером наш товарищ Михаил и Тимофей перестали ходить на связь. А через какое-то время мы перестали бить тревогу, потому что это было на них очень не похоже. Они оба 24 часа в сутки обычно на связи, никогда не попадают. Мы сразу поняли, что если уже это пару часов их на связи нет, значит, пора бить тревогу. А последний раз их перед задержанием видели недалеко от нашего штаба, и мы посчитали, что там ближайший ОВД в штаб будет в Тверской, поехали к Тверскому ОВД, чтобы там можно спросить, не задержаны ли наши товарищи. А полиция все отрицала, там дежурный говорил, что ОВД их нет, но нам повезло, потому что вышли из отдела другие задержанные, которые нам подтвердили, что ребята действительно находятся там. То есть так мы бы могли бы вообще и не знать, поскольку сотрудники ОВД это отрицали, и мы вообще, у нас не было никакой связи с ними, они не входили на связь, их задержали вообще без телефона, без вещей, просто средь бела дня. Вот. Благодаря вот этим другим задержанным мы поняли, что они там. Эти ребята показали даже видео, которое они с потишка сняли там в ОВД. В общем, стало понятно, начали бить тревогу, везде сообщают, что задержаны. Абсолютно непонятно было, почему, с какой стати, потому что ни акции, ничего не было. Вот. Но потом отправили адвоката в отдел Леонида Соловьева. Удалось выяснить, что на них составляют протоколы по статье 20.1.2, это мелкое хулиганство. И согласно протоколу, который тоже адвокат показал, якобы они ругались матом и показывали какие-то оскорбительные неприличные жесты в адрес сотрудников полиции. Мы считаем, что это абсолютно полный беспредел, такого просто не могло быть, потому что оба активиста абсолютно юридически, политически грамотно, не первый год занимаются политикой, естественно, они стали показывать никаких неприличных жестов при задержании. Мы же считаем, что это было просто задержание просто так, потому что они нас голы. Накануне у нас была задержана еще Ольга Шальна и арестована на 15 суток. Это наш руководитель московского отделения партии. Ее задержали тоже просто, потому что захотелось задержать, она оказалась там в ненужное время, в ненужном месте. Ее задержали, и потом ей приписали сопротивление сотрудника полиции при задержании. Сейчас придумали вот статью о мелком хулиганстве. В общем, мы видим, что просто сотрудники полиции каждый день задерживают просто тех, кто им не нравится, а потом могут задним числом приписать какую-то любую причину. Это может быть так. Неповиновение, это может быть там грубым матом и что еще угодно. В общем, абсолютно полный беспредел творится, мы пришли поддержать наших товарищей, им грозит до 15 суток ареста. Скорее всего, их арестуют на 15 суток. Там еще есть штраф, но мы как-то не надеемся, потому что последние дни всех арестованы, такой конвейер идет, и, наверное, решили еще и зачистить наших товарищей. Вот, собственно, что могу сказать, считаем, что это просто сотрудники полиции уже переходят все грани видимые. Мыслимого и немыслимого, потому что просто задерживают, потому что им так захотелось. Нарушают абсолютно наши права. Вот. Такое. Что еще хотите спросить?